выступлении сегодня. В профессиональной карьере мы будем наслаждаться твоим искусством на льду. On the diagonal, elbows up, chest up, chin up, eyes front. Ready? A 5, 6, 7, 8, a 1, change. Walk, walk, point, 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 flick, step, kick. Okay, let's do it again. From singular sensation and point and point and point, flick, step, kick, step, change. Continuing. Walk. Seat with Sally Ketchum. We were necking, and I was feeling her boobs, and feeling her boobs. And after about an hour or so, she says, "Ooh, don't you wanna feel anything else?" And I suddenly thought to myself, "No, I don't." Крики восторга. Вы понимаете, занятия хореографией, а это главная тема в музыке, под которую танцевал Ламбьель, под руководством самого Стефана Ламбьеля, это везение редкое. Кто еще может такое показать и так показать? Удивительная выразительность. К его выступлению хочу добавить, да, наверное, он прав. В Сочи как минимум десяток претендентов на медали в мужском олимпийском турнире, но наша-то симпатия на стороне Евгения Плющенко, и мы желаем ему победы. Это было бы справедливо.